газовая горелка фирмы МСР, модель Superfly. Данная модель идет в комплекте с чехлом. Также есть инструкция на нескольких языках. Горелка выполнена из стали. Собственная масса горелки составляет 133 грамма. Главной отличительной особенностью данной горелки является своеобразная система крепления на баллон. Она не имеет резьбы и имеет вот такие вот лапки, которые крепятся на баллоны любой системы. То есть она может быть использована как с резьбовыми баллонами, так с баллонами фирмы Кемпингаз и с ценговыми баллонами. В данном случае я накручу ее на обычный резьбовой баллон. Для того, чтобы закрепить горелку, ее нужно завести сбоку на крепление баллона и плотно закрутить. За счет того, что здесь нет резьбы, она садится на баллон любого типа, а вот эта вот винтовая нарезка позволяет очень плотно прижать ее к любому баллону. Соответственно, данные горелки отлично подойдут для выездов в те регионы, где могут быть проблемы с поиском газовых баллонов с резьбой. Второй технической особенностью горелки является очень широкий рассекатель. Горелка достаточно мощная, она может быть использована с посудой до 2-2,5 литров, а может быть даже и 3, если вы кипятите на ней чай или делаете кипяток для сублимата. Но время приготовления будет значительным. Соответственно, тонкая регулировка пламени позволяет готовить здесь достаточно сложные блюда, что-нибудь жарить или тушить. Горелка выпускается в исполнении без пьезоподжига, как у меня в руках. Также есть абсолютно такая же горелка, но с пьезой. Таким образом, горелка является отличным решением для группы размером до 4 человек в тех районах, где вы не можете предугадать, будет ли у вас резьбовые баллоны или нет.